Ну, конечно, о равенствах на дорогах вообще нету никакого. По крайней мере, я буквально недавно столкнулась с такой ситуацией, когда я ехала спокойненько по дороге, чтобы зрители понимали, я уже за рулем порядка 15 лет, и я не блондинка за рулем, у меня нету ДТП на моем счету, да, ни серьезных, ну, поэтому я столкнулась с такой ситуацией. Мужчина за рулем, просто которого я пропустила, он посчитал, что это как-то некорректным, наверное. Он стал за мной гнаться, он стал меня очень жестко подрезать, когда я чуть не впечаталась просто в туннеле, в стену. Он стал останавливаться передо мной. И это говорит о корректности мужчин. И в финале он просто на светофоре, мне было уже просто деваться некуда, не было ни одного милицейского, да, не было полиции нигде по сторонам. И я была вынуждена остановиться на красный светофор. И он просто вышел, начал дергать за ручку и взял, выдавил мне стекло бокового, заднего вида. Это ужасно. И когда я проехала дальше, увидела полицейского, я уже перепугалась, естественно, до ужаса, я уже и ревела, и что только не делала, я останавливаюсь, я говорю полицейскому, вот, вон тот вот мужчина. На что мне полицейский? Ну что я могу сделать? Вы номер записали. Я говорю, да вы что, я перепугалась так, что не... Ну не знаю, я говорю, ну там камер столько, там можно посмотреть, можно это... Ну не знаю, то есть мне кажется, вот это вот, да, мужское хамство, мужское считание того, что они водят лучше машины, ну это сверх неуважение и к женщинам, да, и я считаю, что к самому себе. Потому что так вести себя на дорогах, вот это вот, тебя не пропустили, ты обгоняешь девушку и начинаешь перед ней тормозить. Ну откуда ты знаешь? Это я нахожусь за рулем 15 лет, а девочка, может быть, ездит там, не знаю, ну год максимум, испугается и въедет в тебя. Ты-то что будешь делать-то? Тебе же машину-то ремонтировать. Поэтому вот это вот бесправство на дорогах, да, с которым не борется никак, и даже если бы я написала... Я скажу больше, да, я, ну, мне было деваться некуда. Я даже, мне когда сказали, что мы ничего не будем делать, ну, естественно, я и не написала заявление. И это, наверное, моя проблема, потому что надо было написать заявление, и надо было походить, и надо было понастаивать о том, чтобы посмотрели камеры, посмотрели это бесправство, потому что это ужасно. Это со мной случилось, а мог бы выбить стекло, а стекло попало мне в глаз, а стекло бы там, не знаю, рассекло мне еще что-то. И что бы тогда? И что, как жить дальше-то? Поэтому это очень серьезная тема, это очень серьезная такая ситуация, которую, я думаю, что нужно как-то решать, потому что такого очень много. И надо мужиков как-то ставить на место.